Дом по улице Генерала Наумова, 37Б. Панельный дом в 9 этажей 1976 года постройки с ремонтом 2004 года. Двор и придомовая территория хорошо озеленены. В удовлетворительном состоянии входы в подъезды, есть домофон. Рядом есть общая с соседним домом детская площадка. Припарковать машину можно, но преимущественно на пешеходных дорожках. Рядом находится супермаркет, магазины, аптека, две школы, детский сад, Цветошинское озеро и лес. До станции метро Академгородок 5-7 минут наземным транспортом. Состояние дома в целом удовлетворительное.